это моя жизнь. С ней я засыпаю, с ней встаю. Олег Перов, руководитель духового оркестра города Усинска, пришел в музыкальный класс 11-летним ребенком и влюбился в звучание трубы. Чувство оказалось взаимным. Юноша с отличием окончил музыкальное училище, консерваторию и даже основал первый духовой оркестр в родной Воркуте. В Усинске оказался с похожей миссией. Городу был нужен свой оркестр. Как трубач, я скажу честно, состоялся гораздо позднее, хотя хотел гораздо раньше. На первом-втором курсе меня очень сильно гоняли педагоги, потому что, ну, как трубач не получалось. У меня одно, второе, третье. Вот. И было лето, по-моему, да, между третьим и четвертым курсом. А на лето я взял трубу с собой в отпуск. По 5 часов в день в лесу дул длинные звуки. На четвертый курс приехал и выдал ту программу, которую они хотели услышать, и сказали: ну, можешь же Перов, когда хочешь. Перов мог. Мог все лето по 5 часов в день дуть длинные звуки в лесу. Мог в одиночку организовать целый оркестр. Когда было тяжело с финансами, мог и в шахте работать. По вечерам, конечно, возвращаясь к репетициям и музыке. Трудно было в жизни, поскольку родители уже меня не содержали. Что заработал, то и съел, что заработал, то и одел на себя, как говорится. Я был на собственном содержании, ну и хотелось, наверное, жить немножечко повольготнее, нежели скромно совсем. Поэтому пришлось идти работать в шахту. Горномонтажником в воркутинской шахте музыкант проработал 2 года. Параллельно вел репетиции в оркестре и готовил ребят к выездному выступлению в Усинске. Концертный номер приезжих музыкантов был принят на ура. В этот же день молодому дирижеру поступило предложение создать в нефтяной столице Коми свой оркестр. Предложение Олег Алексеевич принял. Переехал в Усинск и уже почти 20 лет работает здесь, в детской школе искусств. А я думаю, что я реализовал себя вот именно в работе с детьми, именно в работе с оркестром. Это очень интересная работа, требующая очень кропотливого подхода практически с каждым ребенком. Вот. Потому что если этого не делать, то в коллективе это будет, ну, это уже будет не коллектив. Вот. И моя задача – этот коллектив сплоченно вести дальше и дальше, развивать и развивать. Главная благодарность. Знаете, я скажу так, когда дети уже уходят, то есть они заканчивают музыкальную школу, заканчивают, ну, если у меня, да, они поступают куда-то. И зачастую они хотя бы как минимум раз в год приезжают сюда к родителям. Вот ребенок уехал буквально недавно, он в Петербург уехал. Он со мной раз в неделю созванивается и рассказывает, что у него там. Я понимаю, что я не лишний человек у этого ребенка. У этого ребенка в голове был. Что-то я ему дал, свою частичку.